Всем привет, ребята! Как ваши дела? У меня все отлично. Я сижу в своей любимой на сегодняшний момент футболке. Это футболка с Йо Сакура. Кто смотрел Шамана Кинга, обязательно поставьте мне лайк. А лучше еще напишите о том, что вы смотрели. И да, я сегодня наконец-то снимаю с петличкой. Как вам звук? Надеюсь, что нормальный. Сегодня такое экспериментальное видео, посмотрим, как пойдет. Экспериментальное в плане звука. Может быть, мне вообще петличка не понравится, и я решу снимать без нее. Но, тем не менее, это видеореакция, и сегодня мы смотрим с вами клип группы Альфа, который называется Токта. Это даже не клип, это мут-видео. Вот. Так что давайте устраиваемся поудобнее, получаем удовольствие и наслаждение, и поехали. Наушник на месте, очки на месте, потому что с минус 4, ребята, я вряд ли что-то увижу. Будем смотреть. У девушки, вы видели, лаптоп украшен кучей стикеров. Она гуляет и слышит этот звук. Ага, встречает его. Это любовь с первого взгляда получается? Как такое получается? Один молодой человек ее провожает в такси, где ее встречает уже другой? Всем бы так. Ой, какое здание красивое. Типа замок. Смотрите, хрустальный такой замок. Ага, Токта это постой. Прикольно, да? Элегантно. Я слышу, он на русском как будто это спел. Или у нас с вами, ребята, это по-одинаковому произносится? Это не клип, это дорама. Закрой глаза, этот вечер полон чего-то там. Господи, какие они красивые. Абсолютно каждый смотрит на нее. Каждый, ребята. Но как не растаять от такого внимания? Скажите мне. О, то значит еще что? 18+, детям не смотреть. А, нет, ребята, они просто танцуют. Я крепость, которая на одном месте. Я крепость, которая на одном месте. И позади, помните, они снимались во-во-во на фоне этого замка. На фоне крепости. Кстати, и дом, вот на фоне которого они танцуют, тоже своеобразная крепость. А это, так понимаю, видосики их фанатов из ТикТока, да? Почему они все такие красивые? Блин, парень посередине просто краш какой-то. И девушки такие лапочки. Там пацан прошел в труселях одних, вообще офигел от жизни. Ну просто, ребята, это такая милота, и ничего кроме миления это мут-видео не вызывает. А впрочем, что еще нужно в такие серые, мрачные, зимние будни? В России, кстати, выпал снег. В России выпал снег, и в России плюс. Это что значит? Это значит, что мы с вами плывем, готовим лодки. Да, правда, Ростову это не поможет. Вы вообще видели, что в Ростове происходит? Там дождь. Но почему, при чем здесь Ростов, собственно? Короче, ребята, видео просто суперское. Оно миленькое. Парни танцуют слаженно, плавно. Чувствуется вот этот вот романтичный вайб. Да что еще нужного, впрочем?
да, для счастья. Для счастья многого не нужно. И да, я думаю, что каждая девушка, которая смотрит этот клип, мечтает оказаться на месте главной героини, потому что столько мужского внимания от таких красавчиков, наверное, втайне желает получить каждая. Я думаю, да. Но я не втайне желаю, кстати, открыто говорю об этом. И если, ребята, мы с вами что-то хотим, то обязательно это все будет. Просто будем двигаться в этом направлении и петь «Ток-то, ток-то». Да. «Постой, постой». Интересное название. Почему такое название? «Постой, постой». Можно же было что-то другое придумать. А здесь «Постой, постой». Там некуда было стоять. Они все танцевали. Нужно было двигаться. Эти молодые люди просто закружили ее в танце. Там некуда было танцевать. Ну ладно, я понимаю, что «Постой» здесь в плане «Подожди, подожди меня». Повернись, посмотри в эти глаза. И просто скажи «Я люблю тебя». Да. Короче, мы с вами, ребята, их уже любим, каждого. И на такой прекрасной ноте, я думаю, нужно завершать ролик. Всем спасибо большое за просмотр, и увидимся в следующий раз. Пока!